Очередной привет из космоса жителям Челябинска. Удивил на этот раз не метеорит. В небе появилось сразу три солнца. Удивительные фото уже появились в сети. Пользователи в шутку высказали предположение, что город атакуют инопланетяне. Некоторые посоветовали авторов снимков меньше пить. Однако это не галлюцинация, а редкое оптическое явление. Оно называется гало. Искажение происходит в морозную погоду. В воздухе образуются шестигранные кристаллы. Сквозь них преломляются лучи солнца. В народе эффект называют зимней радугой. Солнечные фокусы не редкость для Челябинской области. Около 4 лет назад в небе появились одновременно три солнца и три радуги.